ребята, с вами Сэм и Накнай. Мы с Аней. С вами мы приехали в Акрополис покупать мне для лихтовского языка книги. Привет, друзья. Ну что, мы с Мисаней немножко пришли съесть мороженое, ага. А потом пойдем покупать в книжный магазинчик для Мисани. Да. Короче, Саня, давай расскажи, как у тебя сегодня в школе, как дни бегут? Нормально. Потому что у нас ролики все уже стали реже показываться, я даже не знаю почему. Да. Нету времени. Нету времени, Мисаня. Давай расскажи, какое мороженое ты сейчас кушаешь. Мятное и бабулгам, а мама пистачковое. Нет, я взяла пистачковое. Так вот. Сейчас в таком красивом местечке. Очень тут красиво. Вот, видите? Там, как всегда, игрушечный магазин. Тут, видите, как всегда, у нас вообще такая красивая очень. Смотрите, как тут красиво. Мерлин Монро. Ну, царица прямо, да? Короче говоря, у нас сегодня понедельник, трудный день. Надо как-то уже разойтись и начать учиться. Потому что мы сегодня будем готовиться к диктант завтра, да. У Мисани. Поэтому у нас сегодня из вот этой книги. Вот из этой книги. Вот поэтому и приехали ее покупать. Так вот. Да, Саня. А еще в пятницу это... Среда. В среду я поеду на конюшню. Да, в среду ты едешь на конюшню. В четверг у нас к стоматологу записано. Опять тут ты едешь со школы на экскурсию. Да, а вот еще другой... Все, видите, что делается. Все, СОС, ребенок забыл русский язык. Что делать? В среду еще другую. Я уже буду... Галопом скачать. Вау, вот это будет. Я не знаю, мне надо будет как-то себя немножко подбодрить, потому что я очень боюсь за тебя. Очень прямо боюсь, Саня. Я даже не представляю, как это все будет. А если ты упадешь? Нет? Вкусное мороженое. А у меня вкуснее. Кстати, фисташковое. Мне не очень. А у меня фисташковое. Очень вкусная, прямо очень вкусная. Мы, представляете, уже сколько лет тут ходим, а только сегодня и шли, и нашли еще один этаж, которым... Тут там... новый. Вау, как красиво. Кстати, я могла бы встать, показать, но как-то... Там теперь... не видно. Эти шары. Там шары. Далеко идти. Там надо еще далеко идти, да? Ну, короче говоря, вот так вот у нас сегодня, друзья, такие вот времяпрепровождения. Да. Я не знаю, как у вас, но у нас уже начинает холодать понемножку, да. Уже ночи очень холодные, очень даже. И уже утром сегодня встали, уже, как было холодно. Ну что, все, сейчас понемножку пойдем в магазин, купим эту книжку, поедем домой, потому что уроки надо готовить. Так вот еще этот диктант. Саня, давай расскажи, как у тебя в школе дела, хорошо. Знаешь? Давай я тебе такой репортаж. Извините, Мисаня, давайте немножко мне расскажите про свою школу. Как там у вас дела в школе? Ну, должна вопросы задавать, давай. Ну, давайте, расскажите, какое самое ваше любимое... Предмет? Да, предмет какой самый ваш любимый. Не один, могу так сказать. Ужас! Пип! Это пропустим. Ну, а рисовать там, например, физкультура. Ну да, физкультура, вот. Если я думала, где писать, математика, там, литовский. Нет, не очень. Физкультура. Ну, и, как говорится, и то хорошо, да, Саня? Да. А твой какой любимый предмет? Мой был самый любимый предмет. Я очень любила литовский и русский. Два языка. Английский мне не очень. В те времена еще у нас не очень было популярно как-то все, знаешь. А вот русский я очень любила и литовский язык, потому что я очень-очень любила писать сочинения. А? Да, очень прямо. Я как-то... нет. Нет? Почему? А мне как-то не очень. Не очень? А мне очень. Как умно. На кафешка, знаете, как наша называется? Вот, сейчас я вам покажу. Вот. Оп. Juice, coffee, much more.
Вот так вот называется кафешка, очень уютненькая. Мы вдвоем тут только с Аней, совсем людей нету. Мы сидим вдвоем, сейчас кушаем это мороженое. Вот я сейчас делаю досик, покушаем. И тоже будет кушать. И да, сидим, и все, и нам мы понемножку пойдем. А мы еще хотели бы пойти, конечно, с Аней, что пошла в кино, какое надо идти, вот взять еще одну книжку, потому с что подружкой. Я одну. И надо с подружкой тебе сходить. Обязательно, вот прямо на этой неделе идите. Берите, вот сейчас пойдем, возьмешь вот эту книжку рекламную и идите. С какой подружкой пойдешь, Саня? С Камилой. С кем? С Камилой. Ну и вот, молодец, умничка. Сергея не пустят. Да. Спроси. У нее там съемка, видишь, какая-то там идет гимнастическая. Нет, уже прошла. Прошла? Сегодня. Сегодня, да? Так когда ее сегодня снимали? Так, когда было... Так у нее сегодня тренировки нет, у нее тренировка завтра. Да, сегодня на гимнастику едет. Да? А кто ее повезет сегодня? Сестра может быть. Все поняла. Так вот. Все понятненько. Не кушайте, пожалуйста, девочка. Не крадите со стола мороженое. Мне оно не вкусно. А мне очень нравится. Я, знаешь, вообще я писташки очень люблю. Мне они очень нравятся. И натуральные, и так, знаете. О-о. Да, оцените очень хороший интерьер. Везде, смотрите, как тут красиво, модно все, да? Мне нравится. Это булочки надо от арка, чтобы не слышно. Оставить? Да. Кто не слышит, но ты видишь, зато ее будешь. Слышно все же, дырочки везде, Саня. Если бы не было. Ну так хорошо, вот. Не буду я тебя сегодня больше, наверное, мучить. Ты меня не мучишь. Нет. Ну все тогда. Я продавщица так. Продавщице не нравится, что я тебя снимаю, наверное, да, но я же тебя снимаю. Это как и на видео. Смотри. Слушай, она розовая. Да. Зеленая. Это общественное место, а как с телефонами люди слушают, снимают всякие ролики, правда же? Да, да. Ну да, есть, наверное, магазины, где не очень можно снимать, я так думаю, да? Да. Как мы вот эти планеты, помнишь? Да, 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 да. Где? В этой планете, помнишь, как мне это запиши? Ай, да, точно, помню. Кстати, вот этот вот магазинчик там, вот за этой нишей там. Ой, какой хороший. Сейчас а давай зайдем как? Затяну вот немножко, смотрите, там как красивенько. Вот, там магазинчик игрушек. Там знаете, что такое? Там прямо вселенная для детей, там рай. Там войдешь, и потом все плачут, если что-нибудь не купишь, да, Саня? Я смешиваю, и очень вкусно. Да. Ну, такое интервью у нас сегодня такое, знаешь, какое? Очень такое... Сейчас, подожди, как тут сказать? А давай вдвоем покажемся. Ну, кстати, давайте я тоже выйду тогда в эфир. Всем привет еще раз, друзья, да? Вот мы такие девочки удалые. Давайте я тоже тогда съем мороженое свое немножко, поедим. Передадим всем привет. Всем привет! Да, не скажем кому, а кто будет нас смотреть, тот поймет, да? Только ж не говори. Всем привет! Привет! Вот, да, всем-всем привет! Да. Ну, короче, что, мы хотим с Масани сказать, что мы вас очень любим, соскучились. Давайте ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, да, Масани? Всем пока! И всем пока-пока! Пишите комментарии! А что будем писать в комментариях, Масани? Которые закрыты! Нет! Да! И теперь... Ну, потому что там у тебя один есть такой герой, я тебе скажу почему. Потому что есть такой герой один, мы его с папой так называем, который пишет там всякие гадости. Очень такие пошлые вещи, некрасивые, знаешь. Офигеть. Да, и поэтому вот мы закрыли эти комментарии, чтобы там их не было вообще. Потому что мы потом имеем проблемы с каналом всякие, нам там пишут, что, знаешь, может это может и хорошо. Я даже, знаешь, я почему-то, я думаю, что это очень хорошо. Ну что, приятного тебе аппетита еще раз, Аня. Пока-пока. Пока-пока, мисс Аня.